Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Новокуйбышевский боксер стал двукратным чемпионом России. Крылья Советов сыграли в ничью в премьер-лиге. Крылья Советов в премьер-лиге засушили игру, волжане встречались с пермским «Амкаром». В первом тайме крылья создали несколько опасных моментов на острие атаки Адис Яхович. Но голом эти моменты так и не закончились. Во втором тайме инициативу взял на себя Мола, но и ему не удалось распечатать ворота гостей. В конце матча от поражения Советы спас голкипер Лория. В итоге боевая ничья 0-0, и крылья взлетели на 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА – лидер премьер-лиги. Национальный чемпионат по боксу финишировал в Самаре. За медали и путевки на ближайшую бразильскую олимпиаду сражались 9 федеральных округов. Хозяева соревнований на правах организатора выставили свою сборную команду – 14 человек. Лидеры – победитель этапа Кубка мира новокуйбышевец Василий Веткин и бронзовый призер чемпионата России Сухроб Сидиков. Сидиков до медальных боев не добрался, зато бронзой отличился Тимур Пердамов. Второй раз чемпионом страны стал Василий Веткин. Ужасно сплю перед боями, сплю только утром до соревнований пару часов. Финальный поединок, нужно было выкладываться, соперник самый тяжелый был именно на этом турнире, я очень хотел выиграть, и я рад, что я выиграл. Медальный план национального дерби, считают самарские тренеры, сборная команда выполнила. Ребята подросли, выросли в тактическом мастерстве и показали достойные бои. Вот я думаю, что в перспективе у нас будет больше призеров, чемпионов. Звезды отечественного бокса были как на ринге, так и на трибунах. Поддержать финалистов чемпионата страны приехала легенда спорта, профессионал, чемпион мира Денис Лебедев. Говорят, что иногда судейство шалит, но я сегодня не увидел ни одного поединка, где я бы был не согласен с решением судей. Все в пределах правил, все по-честному. Сборная команда России на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро сформирована. Самарские боксеры на бразильский ринг не выйдут. Однако бронзового призера чемпионата России Пердамова заметили промоутеры и пригласили на Кубок нефтяных стран. А чемпион Веткин начал подготовку к следующему чемпионату мира и Олимпийским играм. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.